С 15 июня начинается выдвижение кандидатов в президенты Кыргызстана. Те, кто намерен баллотироваться, должны собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей, внести избирательный залог в размере 1 000 000 сомов и представить ЦИК решение съезда партии о выдвижении его кандидата на пост главы государства. Центр избирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов, а также смету расходов. Самовыдвиженцы вместо решения съезда заполняют и представляют форму установленного образца. Регистрация кандидатов прекращается за 35 дней до выборов. 10 сентября начнется агитация кандидатов и завершится 14 октября. Итоги выборов Центр избирком должен огласить не позднее 4 ноября. СМИ должны представить в ЦИК реестр на предоставление услуг по освещению агитационной кампании того или иного кандидата не позднее 1 августа. Отмечу, документы кандидатов будут проверяться на соответствие на должность президента. Все необходимые нормы законодательства в ходе предстоящих выборов со стороны комиссии будут соблюдены. Не будет дано никаких... Не будет позволено никаких фальсификаций. Для нарушений законодательства также будут приняты все необходимые меры для их предотвращения. Специалисты Центральной избирательной комиссии проведут обучающие семинары для уполномоченных представителей, кандидатов и других участников избирательного процесса. Постановлением Жогорку Кенеш предписал Центральной избирательной комиссии провести честные, прозрачные выборы, принять все необходимые организационные и иные меры для этого. Также правительству поручено обеспечить финансирование, соответствующим исполнительным органам обеспечить соблюдение законности, правопорядка в ходе подготовки проведения выборов и Генеральной прокуратуре обеспечить надзор за соблюдением законодательства в ходе подготовки проведения выборов. Центр избирком обещает регулярно информировать граждан о ходе подготовки и проведения выборов. Вся информация о предстоящих выборах будет размещена на официальном сайте ведомства. Бермет Курманбекова, Нургамиль Асанов, Общественный первый канал.